91 860 челнинских детей получили сегодня так называемые школьные деньги. В России стартовали выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей. На них могут рассчитывать все школьники страны, начиная от шестилеток, день рождения которых до сентября этого года, и до подростков, которым на момент подписания указа, а это 2 июля, еще не исполнилось 18. Также выплаты предусмотрены для лиц с ограниченными возможностями от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по школьной программе. Как отметили в местном отделении Пенсионного фонда, заявления на выплату будут приниматься до конца октября. Всего на получение денег претендуют 98 тысяч челнинских детей.